Отсутствие ливневой канализации, организация проезда и дорожного движения в микрорайоне Восточный, установка камер на детских площадках, ремонт детских садов. Эти проблемы нуждаются в своевременном решении. Звенигородцы обратились с ними в Центр управления регионом. По моей просьбе проводили такой общественный контроль того, в каком состоянии детские сады. Пока речь шла о материально-техническом, конечно, обеспечении, это касалось и фасадов, и благоустройства территории, ступеней, и, конечно, игрушек, которых во многих детских садах не оказалось. В Звенигороде около 50 детских садов. Большинство нуждается в ремонте и модернизации оборудования. Андрей Иванов уверен, это один из самых острых вопросов для звенигородцев. Также на выездном совещании обсудили вопрос благоустройства города. Создавали там определенных арт-объектов, а растений там нет. Дальше у нас появится в этом регламенте срок, когда мы выходим, для того, чтобы там появились насаждения, потом, когда мы их убираем, и что мы делаем в период, когда растений нет, чтобы урна не становилась источником грязи. Кроме того, на еженедельном совещании затронули темы антисанкционных мер поддержки бизнеса и системы автоматического контроля загазованности в квартирах. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».